когда сбор начался, для чего нужны были вот три вот эти дня после окончания чемпионата, да, дополнительно? Он сказал, что чтобы немножко отдохнуть и чтобы армейцы отпраздновали чемпионство. Как вы отпраздновали и хватило ли этих дней? Хорошо отпраздновали. 6 дней вполне нормально. Все. После отдохнули, набрали все. Сейчас и мы со своими. Вы побывали во Франции? Фотография запомнилась ваша на фоне старенького домика. Можете рассказать, что это? Что это там было? Ферма? Есть ли у вас, может быть, жилка какая-то? Вы тоже хотите в будущем попробовать себя в этом качестве? Ну, никаких мыслей у меня нет. Место красивое. Вообще понравилось. Мы ездили по реке Лауры, Луары смотрели там. Ну, и отец приятный. Смотрели сегодня какое-нибудь местечко? Россия милее или Беларусь? Почему Беларусь? Ну, я помню, что, по-моему, у вас в том числе оттуда корни. Не все хорошо. Франция, Россия, Беларусь. И как атмосфера сейчас? Рабочая атмосфера. Отдохнули ребята после чемпионата. Сейчас 3 дня был интенсивный тренировок, сейчас ноги немножко тяжелые. Сегодня-завтра сражение. Буду втягивать потихоньку 6 товарищей. Сергей, отсутствие Фабио Капелло как-то сказывается на команду? Может быть, расслабленность какая-то? Ну да, есть немножко такое ощущение. Спокойствие абсолютно, потому что Капелло очень требовательный, как раз даже в самых незначительных мелочах. Всегда его слышен голос. Сейчас без него спокойно трех проходит. Мини-эмоционально. Как вы можете оценить на данный момент состояние сборной? Насколько она готова к Мундиалю? Я думаю, 60%. С учетом травмированности остальных игроков. Но вот за этот сбор удастся как-то наверстать? Конечно, мы надеемся. Скажите, пожалуйста, вот вы проходили подготовку в 2008 году и в 2012. В 2008 мы все вспоминаем, когда была подготовка у Верхейна. В 2012 некоторые жаловались, что подготовка не такая была хорошая, как должна была бы быть. Что должно быть? Вот скажите, как человек, который опытен и который разбирается. Мы должны заложить фундамент профессиональной подготовки в первую очередь. Потом товарищи игры помогут приобрести уже и мировой тонус. Вот фундамент как в 2008 примерно это должно быть? Ну, в идеале, мне кажется, что да. Семенов сказал, что равняется на вас, на Березинского. Вы как-то общаетесь с ним, что-то даете молодым подсказки? Они просто смотрят? Во время тренировки мы общаемся, конечно, подсказываем друг другу. А сами подходят? Сам подсказок усесняется. Сами подходят, спрашивают каких-то советов? Ну, во время тренировки мы общаемся. Сергей, вот в день одна тренировка, потом, в принципе, наверное, процедуры, но довольно много свободного времени. Как вы проводите? Набрали с собой книг, фильмов? То есть что, как вы... Все по-разному. Кто-то играет в абитуриент, кто книги читает. У нас, мы все равно не можем выйти из отеля, просто такие правила, и после обеда, вот, до вечера в отеле. Угу. Ну, то есть, что вы, каких фильмов или книг набрали, или как вы проводите время, чтобы не терять зря? Очень долгие разговоры. Мы расскажем, что я набрал. Ну, это интересно. Руками сейчас что-то. Сергей, вот у ребят в основном лед на ногах, у вас нет, у вас все хорошо, я так понимаю, не нужно, не требуется. Жарко просто, поэтому не готовлюсь. Сейчас я тоже возьму.